С 27 по 30 мая в городе Новосибирске проходил очный тур Всероссийской Олимпиады искусств. В этом мероприятии принял участие ансамбль «Поланочка» Корякской школы искусств имени Дмитрия Борисовича Кабалевского. Ребята стали лауреатами первой и второй степени в номинациях «Национальный танец» и «Декоративно-прикладное творчество». Руководители коллектива Людмила Бахтина и Анна Курильчик привезли специальный приз как лучшие